Тряго бего. Сегодня будем играть хоррор-карта FNAF, пиццерия ихняя. Тут пишется то, что отключить автопрыжок. У меня он отключен. Короче, я со мной сегодня друг. Всем привет. Он не получился играть, потому что это, скорее всего, одиночная игра. Одиночная карта. Сразу говорю. Ничего не хочу. Взять это. Вот тут есть. Что ну, допустим, читать. Очень интересно. А, вот получается первый. Вот шесть. Даром. Еще можете на паузу переводить. Или что-то так темно не хочется. Вот так вот смотрите, он так нормально. А. О, все, это походу моя этот. Проверяем свои сундучки. Все, тебе вообще страшно? Мне нет. Ну конечно, тебе не страшно. Возьмем мне это зачем хапчик возьмем. Ну, забрасываешь все. Нет. Нельзя. Хотя да. Че хватит. Ну-ка только ничего отключу. Ну да. Вроде все. Вроде все обутали. Главное теперь не обтекаться, когда будем проходить карту. Давай быстрее. Ты так меня не пугай. Привет, привет, да. И пока. Ой, я думала, у меня там что-то пиццерия. Ой, 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 в глазах аж мерцает. Смотрите просто этот пол. Я не хочу к таким подходить, не страшно. О! Пишу кабинку. Ты не вообще, ты не знаешь, где моя кабинка. Беги прям направо, направо. Там же должен быть по два коридора читать. Да, да? Не, лево, лево. А, вот они. Да, тут типа камера должна быть там где-то. Где? Вот это? Да, где-то тут. Страшно. Она перевернулась? Нет. Я могу открыть. Ладно, побежали. Был бы я на этого челика месте, я бы так уверенно не бегал. Я не могу открыть. Пока мне ничего по нору. Ой, я не буду открыть. Чего пока мне страшного нету? Туалет. Вау, скример. Фу. Это туалеты, так понимаю. Так, аккуратненько будем открывать. Я в них и всех не буду выходить, не знаю. Ох. Походу моя комнатка. Ой, дверки. What the fuck was that? Ой-ой-ой. Встречи в шкаф. Да как? Что с ним? Это книжка. Ой. Просто что очень только внизу. Я не хочу. Убери дверку, убери дверку. В смысле? Он же дырка. Ой, я залез. Ну все, габел. Ой-ой, кто-то пропал. Все, я больше не хочу играть. Я больше не хочу играть. Сайс пропал. Как его зовут, ты помнишь? Баню вроде бы. Не знаю. Все, все тихо. Пожалуйста. Мне очень страшно. Блин, хочешь играть это? Поехали. Тихо, все. Открой, братан.
был пацан. Нет, пацана. Не время шуток. Я тебе так по предполагаю насчет найти, что разбито. Так страшно сейчас. В чем прикол? Мне надо найти. Что разбилось, я так понимаю. Кстати, заметишь, по-моему, в этой пиццерии даже окна, по-моему, они есть. Стив. Заяц говорит, заяц. Что это говорит? Типа, где заяц? Мне так сейчас... Дверку закрой. Да, толку. Ходу в туалете. Мне сейчас так темно, сейчас, короче, этот... Я сейчас так сделал, чтобы было полегче. О, о, теперь не страшно. Я полагаю, должен был отсюда идти туда. Блин, так шикарно. Иди еще бьет, пока еще вон женщины не ожили. Может их убить сразу? Нафиг они вообще тут держат их. О, может быть вообще? Ну как-то не хочется вообще это. А, ясно. Назад прохода нет. Я не понял. Может, я не хочу. Вход еще будет скример. Тут габыл. А что мне делать? Сейчас мы что делаем? Потом будешь туда идти? Потом будешь туда идти? Да тихо. А сундук? Я знаю, уже. Нет, был там. Внизу в дырке вон той. Вот такая-то хрень. Что открылось? Походу, не та дверка открылась. Да, по-моему. Походу, ты пытаешься открывать, она открывается. Да. Тут бегает этот. Заяц. Что ты видел? А, только первая ночь. Эх, ладно, еще одна ночь и все. Корти. Что там? Подождать? Ой. Только вторая еще будет, да? Надеюсь. А, да, не два. Понятно? Ух, думаю. Попробуй же, как бы не зайдет. У меня просто сейчас... Ух, тупой. Ну пипец, жестко страшно. Что про дырку я говорила? Я не буду это проверять. Пойду-ка я сразу. Блин, у Фредди нету. Чика. Чика. Так, по-моему, мне надо просто подержаться. Ну нафиг. Кстати, а еще? Ну-ка, что там? Какой-то что-то черный, что-то цветное. Не знаю. Тут еще должен быть этот Фокси же. Да тихо, я знаю все.
Мне сейчас этого зайца страшно увидеть. Чекуля. Палец. Уйду. Не забыл. Нихана. Ну они пока не просто безобидными сказать. Они просто ходят за тобой и за мной. Все. Они даже ничего не могут сделать. Я просто не знаю, что делать. Просто бегать, чтобы на этом интересно. Ну все. Может в кабинке тоже закрыть все. И дверь тоже вроде не умеет открывать. Все, ничего, ничего, просто делать нечего, обсуждать время, пока это задает. Да-да-да. Блин, как ускоряется, вообще жестко. Блин, тут вроде оживет. Ладно, короче. Сейчас зайдем в эту... Ой. Сейчас зайдем, короче, в эту венециальную... Какую-то... Короче, хрень. Ладно, короче, продолжим в следующей серии. На этом могу прощаться. Всем удачи, всем пока. Пока-пока.